Здравствуй, моя дорогая. Посылаю тебе это послание, потому что когда мы с тобой встречаемся, я просто язык свой теряю. Я хотел тебе сказать, что я очень тебя люблю. И хотел у тебя услышать это единственное слово, да. Только, пожалуйста, ответь мне, да, ладно. Если ты согласишься стать моей, я подарю тебе все звезды на этом небе. Все цветы с этой земли соберу и все положу к твоим ногам. Хорошо? Только, пожалуйста, скажи «да». Если ты не скажешь «да», я твою пизду на уши натяну. Блядь, не дай бог ты, ёб твою мать, нахуй скажешь «нет». Блядь, да ёб... В рот выебу нахуй, блядь. Сосать будешь, но, вот так, блядь. Ахмед Мамуд, знаешь, блядь, в рот выебу тебя им нахуй осидеть. По кругу тебя, сука, пустят. Пизда ты ебаная, если не дай бог нахуй мне скажешь, блядь. Кто нахуй сигарету мне туда, блядь? Не дай бог, пизда рваная, ты мне нет скажешь еще, вах, сука, ёб, блядь, нахуй, в рот выебу, пизда рваная, блядь, жопа, вот такая нахуй у тебя будет, поняла? Не дай бог, хуила ты, ёбаная, мне нет скажешь, пизда, я люблю тебя, кутовная, нахуй, я тебя люблю, поняла? Эх, о чем я, блядь? А, да, блядь, я хотел же что сказать, ты только, да, скажи, ладно? Ладно, пока.